Уфсана, зачем ты встала? Тебе нужно лежать. Иди, иди, а то опоздаешь. Дверь оставь открытой. Подтянулись, подтянулись. Раз, два, раз, два, раз, два. Левой, 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 левой. Раз, два, раз, два. Левой, левой. Проходите. Богу душу человек отдал, а мы его догнать собрались. Здравствуйте, я Аршакян.
А, Аршакян, вас ждут. Нет, 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 дверь правее. Не страшно, со всяким бывает. Проходи. Садись. Очень рад, что ты будешь работать у меня. Люблю молодежь. Так что с сегодняшнего дня ты следователь прокуратуры. Как жильем? Нет жилья. А где живешь? У тети. Ну, с жильем у нас так обстоит дело. Может, придется 7 лет ждать, а может, на следующий год все и будет. Женат? Холост. Хорошо. У тебя что, мать русская? Отец армянин. Значит, интернационалист. Хорошо. Хорошо. Появится ли он срочно ко мне? Сейчас тебе дадут дело, ознакомишься, можешь завтра же начинать. Но хочу тебе задать один вопрос всем поступающим. Ко мне я задаю этот вопрос. Простой, я бы сказал, простейший, но тут важен ответ. Вот что это такое? Рука. Нет. Неверный ответ. Работник прокуратуры должен отличать общее от частного. Рука — это общее, а это конкретная реальность. Все понял? Да, но я... Ты не сомневался, что поймешь. Вот смотри, что это такое? Кулак. А когда поступал на работу, что ответил? Сказал, что рука. Очень хорошо. Познакомься, мой заместитель Левон Кочарян. Это наш новый сотрудник. Ну, так что у нас осталось после Папуяна? Угу. А вот, дело Орла. Не пугайся, это название такое на самом деле. Очень простое дело, прислали на доследование, вот и займешься этим. Для этого тебе понадобится только дырокол и скоросшиватель. Знаком с таким оружием? Знаком. Вот и хорошо. Значит, речь идет у нас... речь идет о человеке, который... Он что, мраморщиком был? И мрамор шлифовал, и чугунные решетки для тюрем ковал. А сейчас он мастер разбивать головы. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень простое и чрезвычайно полезное для новичка дело. Спасибо. Да, для новичка дело... Да. Вел это дело твой предшественник, покойный Папуян, которого мы сегодня предали земле, так сказать. Я не успел найти ключи. Видит Бог, вины моей нет. Дело в том, что перед тем, как умереть, Папаян положил ключи от сейфа в карман своего костюма, в котором его сегодня и похоронили. Поздравляю, вы вступили в новую жизнь, а сейчас идите и осваивайтесь. Слушаю вас. Это я, здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Как ваше здоровье?
Прошло почти 3 недели, а вы не появляетесь у нас. Что это вы там делаете? Осваиваюсь. Странно. В последний раз на этом же месте я видел Папаяна. Табличку мы завтра заменим. Она мне не мешает. Нет, порядок есть порядок. Следователь городской прокуратуры Аршакян. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Я, видите ли, я хотела узнать, может быть, что-то осталось? Что осталось? Может, какие-то личные вещи? Я вдова Папуяна. Папуяна? Чем могу быть полезен? Вы теперь замещаете моего мужа. То есть, вы сидите теперь на его месте. Я не хотела бы приходить. Прошу вас, не сочтите за труд, запишите адрес. Адрес есть. Спасибо. Но... Я буду ждать вас. Что тебе, Аршакян? Звонила жена покойного Папуяна, просит личные вещи и бумаги мужа. Ну, если просит, отдай. Извините. Этот? Здравствуйте. Здравствуйте. Я из прокуратуры. Проходите. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо, что пришли. Скажи, а? Я хочу еще раз помянуть покойного Папуяна за упокой его души и светлую память. И пусть земля ему будет пухом. Прошу вас. Кто это? На месте Папуяна сидит. Это все, что лежало в его столе. Мне надлежало сделать это раньше. Примите мои соболезнования по поводу смерти вашего мужа. Я даже не знаю, как вас зовут. Андреас. Андреас Аршакян.
А я Текзи. Очень приятно. Текзи. Впервые слышу такое имя. Текзи. А я представляла вас совсем другой. Спасибо вам, Андреас. Папуяна я похоронила в его родной деревне. Он так хотел. А тех, кого вы здесь видели, видимо, его родственники. То есть как видимо? Папуян никогда не общался с ними. Я не знаю, кто они. Очки? Я никогда не видела его в очках. Он что, на работе носил очки? Я не знал вашего мужа. Видимо, и я не знала. Думаю, это может пригодиться вам. Папуян хранил ее дома. Что-то из допросов. Спасибо. Все ясно в этом деле. Все мне ясно, и тянуть тут нечего. Протоколы допросов, очных ставок. Проклятие. По всем вопросам обращайтесь только ко мне. Слушаю вас. Здравствуй, папа Ян, это я, Виржине. У меня новый препарат есть, заграничный. Виржине, Папаян в ваших препаратах больше не нуждается. Он умер. Бедный Папаян. Ты представляешь? Это стерва. Его жена поставила условие, или ты излечишься, или же тебе. Да-да, да. И кто ее просил выходить замуж за человека, который на 25 лет старше тебя? Не понимаю. Папаян же говорил, что жизни без нее не представляет. Мол, ее присутствие делает жизнь осмысленной. Тоже мне смысл. И ты только представь, что он мне, своему лучшему другу, предлагал. Пусть лучше она будет связана с каким-нибудь мужчиной. Я не против. И пусть этим мужчиной будешь ты. Ревновать не стану. Представляешь? Вот именно. Ага. Он не понимал, что он оскорбляет меня. Ну, конечно, на следующий день пришел, извинился, мол, выпил лишнего. А зачем вы мне все это рассказываете? Вот я очень люблю поговорить с такими, как ты, поделиться опытом, уберечь от ошибок. Ну ладно, хорошо, отлично. Ну давай, сработаемся, осваивайся.
Прошу вас, магнитофон выключите. Успокойтесь. Это для меня. Я же обещал вам, что в списке свидетелей ваше имя не будет фигурировать. Работу искала. Подходящей не смогла найти. Против воли пошла работать в морг, при больнице. Страшно было, но никуда не денешься. На третий день пошла к врачу из Киджану, главному в морге. Сказала, можно я не буду присутствовать при вскрытии, а потом сделаю все как положено. Эскиджан пригласил меня к себе, но едва мы переступили порог его дома, как начался такой ливень. Не стоит так волноваться, прошу вас. Скажите, как вы познакомились с Терпотваканяном? Не помню. А, этот человек позвонил по телефону, сказал, что читал наше объявление о размене и хотел бы взглянуть на нашу квартиру. А как вы узнали, что он судья? Не помню. Он сам сказал. А он не говорил, каким делом занимается в суде? Нет, мы вообще на посторонние темы не разговаривали. Я перебралась в свою квартиру, Эскиджан в свою. А в нашу двухкомнатную вселился Терпотваканян. Больше я ни его, ни Эскиджана в глаза не видела. Ваш бывший муж Мехак Эскиджан сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Что вы знаете об этом? Ничего не знаю. Слышала, что напали на него, чуть не убили, вот и все. Что вы на меня так смотрите? А хоть бы и убили, мне-то что? Он 6 лет жизни у меня отнял. 6 лет я его только и видела, что среди трупов. Я уже и различать перестала, кто живой, а кто мертвый. Вы свободны. До свидания. Забавно. Да. Судья Терпотваканян. Встать. Суд идет. Что это? Осталось после Папуяна. Запись разговора или допроса неофициального. А откуда это у тебя? Вдова Папуяна отдала. Ты знаешь вдову Папуяна? Я относил ей вещи, личные вещи ее мужа. Она позвонила и попросила. Какие вещи? А ты садись, садись. Садись. Кто тебе сказал, что ты можешь сам, без разрешения, брать что-то из прокуратуры и нести куда-то по первому звонку неизвестной тебе женщины? Ну, кто? Кто сказал, что ты можешь так поступить? Кто? Ну, я спрашивал. Спрашивал. У кого ты спрашивал? Я ведь спросил у прокурора. Он разрешил. Разрешил. Он все может разрешить, не задумываясь. А ты у меня спросил? Ты со мной посоветовался? Нет, ты со мной посоветовался? Это ведь дело деликатное, дело щекотливое. Туда должен был идти совершенно другой человек, который хорошо знал Папуяна, работал с ним. А так как ты поступил, так у нас не делают. Это неуважительно. Это недостойно нас. Понимаешь? Понимаю. Она что-нибудь говорила? Нет. Там ничего больше не было. Одна кассета. Других нет? По-моему, нет. Ну, хорошо. Я разберусь. А ты иди. Ты лучше иди и занимайся своими делами, чем... Thank you.
Значит, вы ударили свою внучку по голове, и она упала. А потом? Потом, гляжу, передо мной еще кто-то. Я и его. Он тоже упал. А потом вперед шагнул этот Габриэл. Он что, пытался напасть на вас? Какое там напасть? Просто выступил вперед и представился от имени своего отца. То есть как? Да так. Представился, чей он, мол, сын, чтобы я испугался. А больше он ничего не говорил? Говорил. Старая рыла говорил. Ты, мол, за все ответишь. Я сейчас позвоню в милицию, приедут и увезут тебя куда следует. И так отделают, что и у тебя кишки вылезут, как у твоего орла. А что сказали вы? А? Я ничего не сказал. Я одного из них за ухо взял, а он от боли или от страха в обморок упал, как барышня. И что было дальше? А ничего не было. Забрал орла, спустился вниз, вырыл яму, похоронил. Мой орел, моя душа. Старый он был, слабый. Помирать собирался. За что ему такое? Хорошо, что в тот вечер не убил их всех. Видит Бог, сделал бы. Внучка у меня то с одним, то с другим. Ходят к ней разные. То ли гости, то ли жильцы. Одни только фамилии чего стоят. И я вот хотел на суде. Да судья этот сразу мне рот и заткнул. Простите, судья? Фамилия судьи Тыр Подваконян? Мне его фамилии не сказали. Может, он. Может, другой кто. Да. Зачем вам все это? Так, надо. В своих первых показаниях вы утверждали, что не слышите совершенно своим левым ухом после удара, который нанес вам Бжишкен. А теперь как? Нет, не слышу. А боли есть? Что? А боли есть? Боль внутрь ушла. Хорошо. Значит, вы ходили по двору, говорили о девушках, а потом подошли к клетке с орлом. Так? Первый раз близко видел орла. Какая-то замызганная птица. Я его другим представлял. Каким же? Гордым. От этого помойкой воняло. Зачем же вы к нему подошли? Шли бы себе дальше? Габриэл сказал, подойдем ближе. Орел стоял неподвижно, смотрел. Габриэл подошел и встал возле самой клетки. А вы не спросили, что он собирается делать? Спросил. И что он сказал? Он сказал, что хочет помочиться. А вы что? Я смотрел. В деле только одна выписка из истории вашей болезни. Та, что была в милиции. А где вторая? А я почем знаю. Я ему вручил две в этом самом кабинете. Если не верите, спросите у него. Он подтвердит. Кто подтвердит? Да вас, который был. Папуян. Итак, Сосириан, вам придется заново побывать у судмедэксперта, для того, чтобы обе выписки были в деле. Волноваться нет причин, если, конечно, все то, о чем вы говорите, соответствует истине. И последний вопрос. Ваш друг Габриэл говорил Бжишкену следующее. Старый рыло, ты за это ответишь. Я сейчас позвоню в милицию, за тобой приедут и увезут тебя куда следует. И так отделают, что и у тебя кишки вылезут, как у твоего орла. Это его слова. Кому он собирался звонить? Не знаю, у меня сильно болит голова и ухо.
Я устал. Ну что ж, тогда, чтобы вы не поступили, как ваш друг, и не уехали отдыхать, подпишите. Вот это. Да, это подписка о невыезде. Can be very important to a boy. Okay, okay, I get a kick out of it. All units, sector 9. Well, that's 211 in progress. Silver panel van. Why don't you drive? South along Industrial West. I like it! Give it up, bag of little man. Ah, you got. Get your own. Come on! Come on! This is Unit 154. We located that van by the old mill in Sector 3D. Now, where's that backup? Backup is still unavailable. We estimate 10 minutes before units... Итак, вы пострадавший Армине Бжишкян. Угу. Внучка обвиняемого Бжишкяна. Да. Дед мой из ума выжил. Полностью. Сначала птиц держал, собак. Волков, ящериц. В общем, целый зверинец. Все деньги уходили на прокорм животных. Да, белых мышей разводил. И еще этот орел. Теперь вот чугунные чудовища лепят. Мол, это мои предки. А арку во дворе видели? Ладно, вернемся к конкретному факту. Собрались вы все здесь, отмечали день рождения. Но сначала я хотел бы выяснить одно обстоятельство. Где сейчас находится ваш друг, Габриэл? Не знаю. Говорят, куда-то уехал отдыхать. А я вам сейчас его покажу. Вот Габриэл. А это мои ножки. Принесите мне стакан воды. Там. Ванна.
Смотришь? Жил в Тороне врач Геворг. Это был великий врач. Он провел с повстанцами на одной из осажденных гор Сосуна последние дни своей жизни. Во время одного из боев шальной пулей турецкого аскера был подстрелен орел, паривший в Поднебесье. Орел упал на позиции повстанцев. Все решили, что это ангел Божий. Денно и нощно врач Геворг лечил орла и, наконец, выходил его. Однажды утром врач Геворг был смертельно ранен и понял, что жить ему осталось считанные минуты. Тогда он попросил повстанцев, чтобы они исполнили его волю. «Жизнь уходит из меня», — сказал он. «Через минуту я угасну. И в эту же минуту немедля вскройте мою грудь кинжалом, выньте мое сердце и отдайте орлу, пусть ест мое теплое сердце». И еще врач Геворг сказал: «Отпустите орла на волю. Пусть летит. Орел поднимет мое сердце на первое небо, потом на второе, затем на третье. И с высоты третьего неба я гляну на мир орлиными глазами. Продлю жизнь свою до 500 орлиных лет. До тех пор, пока на земле нашей не станет воздухом нашим сама справедливость». Красивая легенда. Это не легенда. Врач Геворг мой дед, а я его внук. Аршакян, я здесь. Проходи. Что у тебя? Я по делу орла. Милицейское следствие проведено из рук вон плохо. Приходится все составлять заново. Протоколы допросов, очных ставок, заключений. И с пострадавшими тут не все ясно. И с обвиняемым. Это дело орла представляется мне в совершенно ином свете. Будь другом, намочи мне платок. Что, так сильно болит? Да, болит. Ну что ж ты так плохо отжал? Когда холодное прикладываю, очень приятно. Ты человек деловой, энергичный, да? Хорошо. У тебя никогда не болит голова? Так сильно? Нет. Завидую. Ну, иди, иди. А я полежу немножко.
Дверь закрой. Я из прокуратуры. Знаю, знаю. Сестра, проводите. Вы на месте? Нет. Вас не затруднит здесь на тумбочке рентген-снимок. Подайте мне его, пожалуйста. И еще... Подвиньте мою кровать к окну. Поближе к свету. Благодарю вас. Это мой череп, моя голова. Вам видно? Да, очень четкий снимок. Я бы не сказал. Так что смотрите внимательней. Вот здесь виднеется впадина. Вы сядьте поближе. Спасибо, мне и так видно. Рукоятью пистолета ударили. Глаза открыл, уже в больнице. А мог бы там и на месте остаться. Ведь мог бы. Конечно, могло случиться и так, как вы говорите. Мгновенная смерть. Преступники арестованы? Конечно, нет. А знаете почему? Потому что они совершенно не похожи на преступников. Так вежливо поздоровались, не дали мне даже дверь закрыть. Один из них кинулся к телевизору и включил звук. От этого грохота у меня в ушах до сих пор скрежет. Я физически не выношу шума. Если вдруг начнется война, поверьте, я умру от одного только грохота. Вы знаете, я никогда не включаю звук в телевизоре. Только без звука понимаешь весь смысл этих картинок. Ах ты, боже мой, обезьяньи-ужимки. Кто-то открывает и закрывает рот, кривит губы. Если вглядеться, то все политические комментаторы криворотые. Всю жизнь они говорят, криво улыбаясь. О чем? Голоса я не слышу. Вижу болтающийся язык и понимаю, что у бедняги приступ рвоты. Что он хочет избавиться от чего-то и не может. Понимаете? Простите, Искиджан. При других обстоятельствах я бы слушал вас с удовольствием. Но я пришел к вам не для разговоров вообще, а чтобы... Ясно. Поверьте мне, следователь, я не из болтунов. Я человек дела. Патологоанатом работаю в морге. Да и собеседники у меня не из болтливых. Просто, когда я с вами говорю, я забываю о боли. Боль вроде бы отступает. Спрашивайте. Я готов. Честно говоря, я еще не знаю, о чем вас спрашивать. Я еще не понимаю, какая связь между тем, что случилось с вами, и тем делом, которое расследую я. Так что я могу говорить дальше. Итак, живу я без дверного звонка.
Телефон у меня еле пищит, а на водопроводные краны я надел резиновые шланги, чтобы вода не капала. Привет. Вы мне? Да. Не узнаешь? Андреас Ашакян. Что у тебя с памятью, а? Ты все забыл? Что я забыл? Не припомнить всего, что ты забыл. Например, брат, ты про лыжи забыл, на гору Ара не забрался и с вершины вниз не скатился. Брат! Здравствуйте, я только что... Боже мой. Извините меня за беспокойство. Проходите скорее. Угу. Хорошо, что вы оказались дома. Ванна. Прошу. Спасибо. Домой в таком виде нельзя никак. А других знакомых поблизости нет? Споткнулся и упал. Угу. А камень споткнулся. Понятно. Thank you.
Сегодня вы что-то мрачный, следователь. И нос ваш мне не нравится. Случилось что? А? День пасмурный, Искиджан. Света мало. А со мной ничего. Начнем, Искиджан. Помните, в последний раз вы обещали мне говорить строго по делу. Будьте спокойны. Вот и хорошо. Я все расскажу. И прошу вас верить моим словам. Потому что человек в моем состоянии вряд ли будет лгать. Клянусь. Я верю вам, Искиджан, верю. Не надо. Итак, когда мы с моей бывшей женой разъехались по разным квартирам, мне досталась квартира, которая служила судье кабинетом, то есть борделем. От телефонных звонков я озверевал. Видимо, звонили любовницы судьи. Однажды я открыл почтовый ящик на двери, и, о чудо, оттуда вывалились деньги. Опустился на колени и стал считать. Никогда не видел так много денег. Со страху зашил их в нижнюю рубашку. Зачем вы это сделали? Почему не сообщили, куда следует? Наивные вещи говорить. Во время всемирного потопа даже Арарат оказался под водой. Куда уж мне, простому смертному? Ничего. Я все сделал правильно. Пусть подо мной теперь больничная койка. Пусть. Я не раскаиваюсь. Не пора ли вам Атер Патваканян заменить на табличку М. Искиджан? Пора. Конечно, пора. Но ваше имя и фамилия, уважаемый судья, мне совершенно не мешают. Скорее, наоборот, могут даже помочь в кое-каких делах. Да? Да. Проходите. У вас такой утомленный вид. Запутанное дело одно разбираю. Взяточничество? Убийство? Изнасилование? Групповое? Нет. Дело Орла веду. Орел — это кличка? Орел — это птичка. И вообще, какое это имеет значение? Романтичное название для судебного дела. А какой же приговор вы вынесли? По всей видимости, придется отправить дело на доследование. Ну как? Нравится моя квартира? Или жалеете, что поменялись? Великолепная квартира у вас. Что вы? Тихо, не слышно шума. А вы знаете, соседи тут просто золото. Ага. Значит, вы довольны. Прошу прощения, можно мне? Пожалуйста, пожалуйста, вы знаете где. Это пиво просто какой-то ужас, поверьте. Как назло, у нас очень мало общественных туалетов.
Да и те, что есть в таком состоянии, хоть пиши в центральные газеты. О, о, о. А мне случаем телеграмм или писем не приносили? Писем, телеграмм не приносили, не приносили, не приносили. Знаете, я еще сегодня не смотрел, может быть, и приносили. Вот ключ. Ничего нет. Если что-то для вас будет, я позвоню. Непременно. Не беспокойтесь. Нет, я не беспокоюсь. Искиджен, вы уверены, что в тот день судья приходил на свою старую квартиру для того, чтобы забрать из почтового ящика деньги? Более чем уверен. И не надо быть следователем, чтобы не догадаться, что было потом. Судья встретился со взяткодателем и потребовал обещанную сумму. Тот, наверное, сказал, что по договоренности опустил деньги в почтовый ящик. Судья стал рвать на себе волосы, мол, живу-то я на новом месте, и решил прийти ко мне проверить. Похоже на правду. А, не найдя в почтовом ящике рубля вшивого, судья наверняка еще раз встретился со взяткодателем. В этот же вечер и напали на меня. Обнаружив деньги, вам нужно было обратиться в милицию. Против судьи было бы возбуждено уголовное дело, и он предстал бы перед судом. Не поздно и сейчас. Да. Но сейчас, кроме ваших свидетельских показаний, нет никаких доказательств. Не поздно и никаких «но». Его следует расстрелять. И я с удовольствием произведу вскрытие трупа. И вы все убедитесь, что нутро его вовсе не человеческое. Его внутренности 50 раз больше обычных, кишки в 100 раз длиннее, а содержимое черепа 50, нет, 100 раз меньше, и все извилины покрыты плесенью. Сестра, я уверен, кровь его черного цвета. Сестра, 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 сестра. Сестра, прошу, сделайте мне укол. Сделайте же мне укол. Успокоительного не хочу. Хватит. Искиджен? Не хочу, не хочу. Не могу больше. Сестра! Не могу. Введите же мне сыворотку терпения. Сыворотку терпения. Сестра, сестра. О, Боже. Посадим его мать. Потом дядю.
потом отца и сестру. Ибо, как известно суду, и как говорит народ, кто нарушит наш покой, бросим мы того в темницу, из темницы же в колодец, из колодца же в ущелье. Если, конечно, он нарушит наш покой. Вот и все. Я всему очень рад. Мы все всему очень рады. Но если ты думаешь, что мои связи безграничны, то ошибаешься. У меня только куклы на веревочках держатся. А люди, их веревочки в других руках. И не надо мне ничего говорить. Я ничего не хочу знать, кроме того, что я знаю. Прокуратура там, а я здесь. Все, что от меня зависело, я сделал. Тебя на хорошую работу устроил. Знаешь, как я твоего отца уважал? Я тебе скажу искренне, ты сел за один стол со всеми, и вместо того, чтобы хорошенько отобедать, стал принюхиваться. Да-да, принюхиваться ко всему тому, что едят за этим столом. Воспитанные люди так поступают? Правильно, не поступают. Начинаем. Начинаем и заканчиваем. Скорее, скорее, скорее. Сядем за стол и начнем, пока он спит. Предлагаю тост за нашего умненького, красивенького ребеночка. Поздравим его с днем рождения. Не хочу день рождения. Поздравляю! Не хочу, она невкусная. Не будешь есть, подарка не получишь. И подарка. Она невкусная. Сядь за стол. Ты слышал, что тебе папа сказал? Будь послушным мальчиком. Вот посмотри на дедушку. Видишь, как он присосался. И ты так должен. Ну давай, соси. За папу, за маму, за дедушку. Фу! Что ты сделал, а? Плюнул! Не говорите глупости. Я попробовала, кровь не кислая, а просто сахар. Да заткнитесь вы все! Что вы знаете про кислую кровь? Вот в наше время она и в самом деле была кислая. Завтра этого не будет. Вот тогда я посмотрю, что вы будете сосать. Оставь его в покое. Он еще маленький, он исправится. Тихо, он проснулся. Я так и знала, что это случится, мой бедный папочка. Не стоит так убиваться. Несчастный наш дедушка. Да он шевелится, он жив. Дети мои, я умираю, где вы? Мы здесь, мы рядом. Но я вас не вижу. Да здесь мы, черт возьми.
Я обращаюсь к вам, дети мои, с последним словом. На земле растет трава. Травой питаются жвачные животные. Жвачные животные, в свою очередь, становятся кормом для хищников, а человек питается всем. И растительностью, и жвачными животными, и хищниками. Человек – венец природы. Мы же, клопы, питаемся кровью человека. Значит, мы – рубиновые звезды на этом венце. Кажется, он прав. Кажется, он умер. Весь день рождения испортил. Что ты сегодня делаешь? Не знаю. Ты никуда не уходишь? Могу уйти. Куда же я? Я дел... А! Я позвоню тебе с работы. Звони. Ты будешь спать? Угу. Я постараюсь освободиться как можно раньше. Жаль. Что жаль? Не понимаю тебя. Еще один шаг. И тебя отправят куда-нибудь подальше. С глаз долой. Под благовидным предлогом и похоронят за казенный счет. Очень жаль. И все равно я рад. Может быть, даже счастлив. А где Искиджан? Я вас слушаю. Соедините меня с прокурором. Его нет на месте. Это я, Аршакян. А, Аршакян, это вы? Срочно!
срочно соедините, я из больницы звоню. Нет, не могу, не могу. Как это не можете? Да что вы мне сказки рассказываете? Ладно. Смерть всегда несправедлива. Если бы вы знали, как часто умирают люди. Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, кто-то, где-то. Чем больше в мире людей, тем чаще они умирают. Чаю хотите? Угу. Садитесь. Аршакян, вы провалили дело. Ни доказательств, ни логики, ни качества. С правовой точки зрения дело так в сыром виде и осталось. Комиссия, рассмотрев... Какая комиссия? Комиссия, составленная из юристов, рассмотрев ведение дела, нашла, что ваши обвинения не обоснованы. Я уже не говорю о грубейших юридических ошибках. Вы уменьшили степень виновности Амазаспа Бжишкяна. Орел для старика – это дух, жизнь и все на свете. И вот посмели поднять руку на старика, орла. И старик вышел из себя и в состоянии гнева. Разве так можно? Откуда вы решили, что орел является для старика духом, жизнью? Нет, Аршакян, так работать нельзя. Вопросами о духах мы пока не занимаемся. Мало того, вы так раздули это дело, что оно готово лопнуть и облить грязью известных и уважаемых людей. Причем тут Тарпатваканян? Кто и что стоит за этой клеветой? Михакельский Джан? Отзлобленный на весь мир патологический тип. Патологоанатом. Не учите меня! Как потерпевший он проходил по другому делу. Нельзя все смешивать в одну кучу. Нельзя! Мы пошли вам навстречу. Дали вам простое дело, чтобы набрались опыта. А вы... Нет, Аршакян, не юриспруденция ваше призвание. Вы неверно избрали профессию. И к тому же, после всего этого... После всего этого, ваше недостойное поведение, личное поведение, как следователя прокуратуры, и вообще, недостойное. Какое недостойное поведение? Вы не знаете? Нет. Тем хуже для вас, что не знаете. Мы-то в курсе. Ну что? Что я такого сделал? Украли. Украли у Папаяна. Я? Украл? Я украл у Папаяна? Что я украл у Папаяна? Верность. Стыда у вас нет. Вы ночевали в его доме. Есть свидетели. Умер, не умер. В нашей памяти Папаян жив. А Тегзи Папаян его жена. Кто вам дал право осквернять супружеское ложе? Андреас, послушай меня. Я с тобой как старший брат говорю. Ну, ты еще молод. А она старше тебя, успела побывать замужем. Единственное, что я могу сделать для тебя, это освободить тебя от работы по собственному желанию. Пиши заявление.
Пиши заявление. Пиши заявление. Все. Алло, слушаю вас. Здравствуйте, товарищ Папуян. Сегодня вышел на свободу. За примерное поведение раньше срока выпустили. Вы узнали, кто говорит? Кто? Это Айк. Не помните? Помню. И я вас все время помнил. Как у вас со здоровьем? Товарищ Папуян. Простите, я не Папуян. А где он? Где-где? Товарищ Папуян. Вы, наверное, не хотите говорить со мной. Я вам так обязан. Я не Папуян. Это ваш голос, товарищ Папуян. Я ж знаю, это вы. Я... Это не я. Я не Папуян. А где Папуян? Я должен непременно увидеться с ним. Где он? Его нет, он умер. Что? Я говорю, умер он. Сволочь. Сам ты умер. Не заболеть, как все начинает разваливаться. Не на кого опереться. Порочный стиль руководства, да. Но где взять других? Умных, способных, деловых. Значит, говоришь, сидит в кресле, разговаривает так, будто он... Хорошо. А чай ему дают? Не знаю, не видел. Но почему он считает, что я завалил дело? Что за комиссия это решила? И почему я должен писать заявление? Не волнуйся, все будет в порядке. Через неделю я выйду на работу. Ну и все. Прости, я сейчас. Вот черт, а? Видишь, да, что хотят, то и делают. Я же говорю, не на кого опереться. У зеркала свечи зажги. Значит, Патанатом действительно умер, да? И ты думаешь, что эти ребята из-за Орла, из-за 5000 суде взятку дали, чтобы он вопросы не задавал, да? А с другой стороны, где доказательства? Запутанно. Запутанно. Ну, ничего, распутаем. То, что Патанатом умер, это, конечно, плохо. В конце концов, живой свидетель был. Дознание не успел провести. Плохо. Плохо. Ну, ничего, разберемся. Ай, Терпат Маханян. Кто бы мог подумать. Но понимаешь, с другой стороны, мы должны думать о личности каждого человека. Обязательно. И применять закон... Согласно нравственности. В охотничьих ружьях разбираешься? Охота моя страсть. Тарне. Бери, не бойся.
Смотри. Нас с ним произвели на свет в один год, в один месяц, может, даже в один день. Мы с ним как близнецы-братья. И никогда не дрогнем, не дадим осечки, не промахнемся. Помнишь? Потому что на нашей стороне опыт. Да, ты знаешь, тут разнарядка пришла из Москвы на курсы повышения квалификации. Очень полезная вещь для дальнейшего роста. Я ведь тоже прошел этой дорогой. Какие были дни. Я подумал, может быть, тебя порекомендовать? Но ведь ты женат. Холост я. Очень хорошо. Подумай. Свечи погаси. Тебе что-нибудь нужно? Глантор хочу. Глантор? А что это такое? Живая трава. В детстве я много собирала ее. Если бы у меня сейчас была трава эта, я бы сварила ее и съела. Скажи, где? Пойду принесу. Ты сможешь найти Глантор? Да. На чем поедешь? Лошадь у тебя есть? Есть. Лошадь. На белый езжай. Подожди. Думаешь, найдешь? Спрошу у кого-нибудь. Скажут. У кого? Овсана. Иди. От церкви святого Карапета да не убудет сила его. Дорога вьется вдоль холмов. Иди. За святым деревом сойди с дороги. И дойди до родника. И спей воды. На той стороне ущелья, за каменным солнцем, Глантор.
забирай. Оксана, я нашел его. Оксана, я нашел Глантор. Оксана! Но избави нас от лукавого. Аминь.